Так, сейчас мы проведем unpacking вот этой вот сайры каратовской. Это местная сайра местного производителя из города Пионерский. Да, сайра Тихоокеанская. Вот инструмент для unpacking'а. Так, дата у него вот 26.01. Ну, грубо говоря, уже годовалой давности. 92 это завод. Срок хранения у него 36 месяцев, так что нормально. Так, открываем баночку. Открываем. Так, открываем. Открываем баночку нашу. И чё-чё до хрена. Так, уберем. Центр. Бальзамчик уберем подальше отсюда. Так, что мы там видим у нас? Вот нормальная такая. Ну, она уже отеплила слегка. Так, ладно. Пока мы закроем, сейчас я потом туда брошу, когда в кашку.